Итак, друзья, всем привет! С вами Сергей и Марина Афанасьева, и вы на канале Турагент 63. И сегодня мы с вами заезжаем в отель Утопия Волт, который находится в Алании. Это 3 с лишним часа езды от аэропорта. И вы спросите, почему именно этот отель выбирают? Сюда потому приезжают второй, третий, четвертый раз туристы возвращаются. Их абсолютно не смущает такой длительный трансфер. Ну а почему они выбирают? Вы сейчас в этом видео все узнаете. Мы посмотрим с вами территорию, пляж, номерной фонд, питание. Так что досмотрите данное видео до конца. В конце подведем итоги и узнаем о всех плюсах и минусах проживания в данном отеле. Поехали! Вот так вот выглядит фасад здания, который видно издалека, когда вы едете еще со стороны Алании вдоль набережной. Его видно. Большое возвышающее здание на горе. С правой стороны входим на ресепшн. Ресепшн, вот мы видим, встречают дистиллейшн напитками, салфеточками. Очень приветливый, внимательный персонал. Первое ощущение – это такой свежести, легкости. Знаете, вот такого, реально такого стиля. Как бы вот аромат, приятный аромат очень. Такие вот люстры. Эхо. Прикольно эхо здесь. Ну и первая изюминка – это то, из-за чего выбирают в первую очередь. Почему гости данного отеля едут сюда второй, третий, четвертый раз. Смотрите. Это бомбический, просто офигенский вид. А? Каково вам? Круто, да? Обалдеть. Обалдеть просто. Вот такой вот классный вид. Такая терраса. Здесь сидите, наслаждайтесь. На минус первом здесь этаже находится ресторан, тоже с таким же обалденным видом. Сразу скажу, вот этот бассейн является только для взрослых. Отель следит, чтобы здесь не было детей. Вот, это зона амфитеатра. Здесь выступления проходят для деток и вечерние легкие выступления там. Неактивный, скажем так. Вот мы видим особенность. Пляж находится вон там внизу. Мы видим большой пирс. Есть пешеходный переходный мост. И вон там находится у нас лифт. То есть территория отеля очень большая. Большая по территории курсирует шаттл, который регулярно от ресепшена возит к мосту. Дальше немножко не проходим. То есть буквально 5-10 минут спокойно, и вы уже на пляжу. И наслаждаетесь. В центральном холле есть вот так замечательный бар с разнообразием прохладительных напитков, а также алкогольных импортных напитков. То есть видим Гавана Клуб, Red Label, Jim Beam, Bellis, Captain Morgan, VSP. Офигеть, смотрите, то есть разнообразие Альмека, водка Абсолют. То есть разнообразие импортных алкоголей просто превышает. Больше, в принципе, Jameson, Bellis и так далее. То есть, если вы гурман и ценитель настоящего хорошего алкоголя и хорошего сервиса, то есть, пожалуйста, присаживайтесь в центре или в любую мягкую зону, где вам нравится. Вам официанты принесут все. В центре есть, смотрите, такая замечательная кондитерская с печенюшечками, с кофе. Сидите и наслаждайтесь. Итак, посмотрим, чем у нас кормят в отеле на завтрак. Правда, основной завтрак у нас уже закончился. Остается только время для позднего завтрака. Зал очень большой, светлый, со всех сторон открывается панорамный вид на территорию и на мыс. Ну, традиционно у нас все здесь. Соусы, мед, джемы, фри, оладушки, яичница, пончики, хлебная зона, специи. Даже есть мясной бульон на завтрак. Представляете? Все блюда представлены вот такими островками. Соответственно, здесь у нас тут круассанчики, булочки по-турецки, булочки еще по-турецки с сосисками, еще булочки, то есть булочки с булочками и так далее. Здесь у нас жареные колбаски, омлет по-турецки, пирог по-турецки, яйца с помидорами, яйца вареные, яйца с мясным фаршем, запеченный картофель. Вот такое у нас прекрасное разнообразие сыров. Так красиво все это у нас
Еще один стол с разнообразием сыров. Красиво все украшено. Зеленый, белый сыр, тулум, фета, зелень, косичка. Несколько видов колбасы. Ветчина из курицы, с фисташками, с мясным фаршем, венгерской колбаской и так далее. Тут, как обычно, оливки, маслины. Десяток видов йогуртов. Фрукты консервированные, овощи. Разнообразие зелени, фруктов. Из фруктов яблоки, бананы, апельсины. Есть клубничка. Соус бальзамический, лимонный, уксус. Есть мед в сотах. Пожалуйста, джем и мед со всякими пряностями, скажем так. Ну и здесь сладости у нас. Мед, джем. И как же быть без сухих завтраков, разнообразие завтраков сухих. Мед, джем и так далее. А? Нет, пойдемте посмотрим детское питание. Есть пшеная каша на молоке, рис с молоком, отварной картофель, вареные овощи. То есть это полноценный диетический стол. Пожалуйста, мы видим, есть детское питание, йогурты, баночное питание. То есть если едете с маленькими детками, то можно не париться. Это конец завтрака уже позднего, поэтому не обращайте, что так мало. Вот такие вот красивые инсталляции. Столы все сервируются приборами, все чисто, аккуратно. Мебель типа кожаная. Есть отдельная детская зона, мы видим. То есть детки могут здесь сидеть, спокойно кушать. Есть отдельно, где они могут сами накладывать. Там же есть микроволновка, маму можно разогреть всегда еду. Зал очень большой. Как мы видим, места всем хватает. И, пожалуйста, можно сесть как внутри и также выйти на террасу и, пожалуйста, кушать вот с таким вот замечательным, обалденным, красивым видом. То есть взять чашечку кофе и наслаждаться. Красота! Вы садитесь за столик, напитки вам приносят все официанты, чай, кофе, можете подойти самостоятельно, налить себе, пожалуйста. Если туристы проживают в бунгало на территории, вот мы видим, то если вы боитесь, что вам придется много ходить, пожалуйста, вы можете воспользоваться вот таким вот лифтом, который вас легко и просто доставит на нижний уровень. То есть вот мы вышли из лифта, пожалуйста, вот они пошла аллея у нас вместе с бунгалами в одну сторону, с виллами в другую сторону. Если вам нужно спуститься на уровень ниже, опять же, подходим к следующему лифту и спускаемся дальше. То есть, в принципе, пешком преодолевать какие-то бешеные расстояния нет необходимости. Друзья, жалко, камера не передает той атмосферы, того запаха и аромата деревьев, сосен, которые здесь присутствуют. Прям вот реально хочется вдохнуть всей грудью, насладиться этим. Вот реально классно. Мама, скажи, как тебе воздух? А? То есть вообще так. Вот это ощущение, находишься прям такое умиротворение, тишина, спокойствие. Как реально, как по лесу, да. То есть вот везде все чистенько, аккуратненько, ухоженные дорожки. Вот идем, вот спускаемся по аккуратненьким, ровненьким ступенькам. И мы сейчас идем с вами по направлению к аквапарку, который находится как раз в тени сосновых, скажем так, деревьев. Это безопасно летом. Можно спокойно наслаждаться и не бояться получить там какой-то солнечный удар. Ну а воздух здесь просто бомба. Итак, друзья, буквально одну минуту времени ходьбы от ресепшена. Мы попадаем с вами в аквапарк. Вот нас встречает здесь на входе ленивая речка, где можно взять круги, пожалуйста, поплавать. Вот по такой классной ленивой речке. Смотрите, вот по кругу наслаждаться. Мы видим отдельно зону, выделенную для маленьких деток. Есть маленькие горки. Там есть снэк-бар. Опять же, там можно и перекусить, и бары, напитки. Есть зона, где потише, поспокойней.
То есть, смотрите, вот в окружении леса стоят несколько горок. Легко поднимаемся, спускаемся, наслаждаемся катанием на горке. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь горок. Плюс ленивая речка. И все это, представляете, вокруг. Одни сосновые леса. Там есть городок отдельно для деток лазить. Сейчас посмотрим ближе. А лучшие цены на туры вы найдете на нашем сайте touragent63.ru. Тут же вы можете оставить свою заявку на подбор тура, написав свое имя и номер телефона. И мы свяжемся с вами в ближайшее время и подберем для вас лучший вариант. Также вы можете написать нам на Viber или WhatsApp по номеру телефона, указанному внизу экрана. Друзья, еще в отеле есть замечательный водопад. Слышите? Шум. Ну, конечно, не настоящий, он искусственный, но шум и ощущения создаются абсолютно реальные. Вот он сзади меня. Смотрите, здесь тоже есть шезлонги. Отдыхаем, кайфуем. Воздух прям обалдеть. Благодаря тому, что вокруг сосны, много хвои падает, но тем не менее мы видим, что сотрудники очень тщательно убираются постоянно и поддерживают всю эту территорию в чистоте и порядке. То есть вот они, все основные центральные дорожки, а время еще утро, пожалуйста, уже все выметено, вычищено, везде все аккуратно. Вот такой вот, ребят, замечательный парк, где можно деткам полазить, провести свое время. Раньше он стоил денег, но в 22-м году руководство отеля планирует запустить его и пользоваться абсолютно для детей бесплатно. Так что я надеемся, что это у вас, что эта мечта сбудется, и ваши дети смогут наслаждаться здесь. Отель Utopia World, номер категория Сьют. Заходим. Вот такой вот большой номер. Он разделен на спальную зону и на зону гостиной. Есть зона с чаем, кофе, телевизор. Ну и, конечно, то, что открывается отсюда, это просто бомба. Вот такой вот обалденный, просто офигенный вид из номера. У вас замечательная кроватка. Тут же есть, пожалуйста, свой джакузи. Тут же есть раковина со всеми мыльными принадлежностями. Видите, все аккуратно, фирменное сделано. Здесь же у нас есть душик, туалет. И практически такая большая, мягенькая кроватка. И такой потрясный вид со всех сторон. Пожалуйста. Мечта. Вот почему гости выбирают данный отель и приезжают сюда повторно. И вот так вот выглядит у нас внутренний дворик, в основном здание. То есть по периметру у нас находятся номера, лифт, в центре бар с кондитерской и огромное количество мягких зон, где можно наслаждаться, посидеть, отдохнуть. Utopia World, номер категории стандарт. С правой стороны заходим в традиционный умывальник со всеми принадлежностями. Душ, все очень чисто, аккуратно, ни грязи, ни подтеков, ничего нету. Зона гардероба, есть тапочки. И вот такой вот светлый, большой номер. Я думал, ты слоник. Мне кроватка вот прям нравится, да? Вот если садишься на кровать, сразу понимаешь уровень отеля. Мягко, комфортно. Также чайная зона, холодильники и так далее. В каждом номере есть обязательно балкончик. Смотрите, какой вид открывается на бассейны. Здесь вот обалденный вид. Вот эти вот два бассейна. Это бассейн Infinity, когда в них плаваете, то вид открывается, прямой вид на море. Просто потрясно. Есть отдельная зона, вон там вот проходит у нас йога, пилатесы. Большая сцена, здесь проходит вечерняя анимация. Там детский городок, туда вниз у нас виллы идут. Смотрите, какой вид потрясный на Аланию, на гору. Мама, как тебе впечатление? Очень шикарный вид. Классно, да? Шикарно. Класс.
Друзья, хочу сказать спасибо всем, кто смотрит наш канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто поддерживает нас, кто пишет свои комментарии под видео. Для нас это очень важно, важно для продвижения нашего канала. Напомню, что мы являемся полноценным туристическим агентством. Мы бронируем туры всех городов вылета во все страны. У нас очень богатый опыт, мы уже проехали более 30 стран. Ездим за границу очень регулярно, снимаем обзор отелей, курортов. Нам реально есть что предложить, как для отдыха с детьми, как для отдыха, как активный отдых. Пожалуйста, как говорится, можем предложить любой отель, любого уровня, на любой запрос. Чем мы отличаемся от всех агентств? Ну, это, наверное, для нас важно, чтобы ваш отдых прошел только на отлично. То есть мы подбираем туры индивидуально, только под вас. Поэтому, если вас заинтересует какой-то отель, и если вам нужна консультация для подбора тура, то оставляйте заявку на нашем сайте Турагент63, и мы вам обязательно поможем. Так, друзья, вот мы видим основное здание, вид оттуда сверху. То есть шаттл довозит вас до этого моста, по мостику вы переходите через дорогу, и вниз вы спускаетесь на лифте. И вот так вот легко и просто вы попадаете на территорию пляжа. И та изюминка, которую приготовили в этом году, даже для тех туристов, которые были здесь уже неоднократно, выкуплена такая новая большая зона, пати. Такая вот зона с баром, здесь также снэк, бар в дневное время расширено, все стильно так современно сделано. Плюс удлинили там еще пирс, сделали больше места для лежаков. То есть можно смотреть здесь, наслаждаться видом отсюда с террасы. И вот такой получается большой длинный пляж. Благодаря тому, что здесь есть волнорезы, здесь, опять же таки, нет таких сильных больших волн, можно даже купаться. И сейчас у нас май месяц на дворе, вот мы видим, народ купается, спокойно сидит в водичке. То есть заход в море пологий, комфортный, водичка, видите, какого красивого цвета. Пляж песчаный, привозной песок и красота. Итак, друзья, пришло время подвести итоги нашего пребывания в отеле Utopia World. Ну и я думаю, у вас не осталось сомнений, то, почему именно выбирают туристы данный отель. Да? Снова и снова. И снова, да. Те просто шикарнейшие виды, которые вы видели, да, та картинка, которую мы сняли, она даже десятой доли не передают тех эмоций и ощущений, которые реально вы видите. С одной стороны море и горы, и зелень, а с другой стороны море и Аланья. И бассейны. И, то есть вот практически 360 градусов, и везде есть обалденный вид. Да. То есть это вот реально подкупает. Наряду с этим плюс, да, есть еще классный сервис, хороший алкоголь, обалденное качественное питание, как в премиальных отелях. Есть свой аквапарк, есть разные категории номеров. Пляж большая будет. Территория, да. И, как говорится, вот те нюансы и недостатки, которые есть, ну, скажем, нюансы, да, их насколько не назовешь, это большая территория, по которой можно хорошо ходить, много ходить, да. Да, но при этом есть лифты, на которых ты можешь даже если с вы детьми с колясками. Да, если вы приехали с детками, с колясками, не переживайте, всегда вы можете легко, спокойно перемещаться, не напрягаясь, вы не устанете. Есть отдельная зона для взрослых. Отдельные зоны для детей. Да, очень они разграничены, то есть не, и взрослым не мешают дети, детям не мешают взрослые. Короче, мы подумали, и единственный, наверное, нюанс, который надо обязательно учитывать, это трансфер. Вот 3,5 часа. Набираемся терпения, да? Поэтому сюда надо ехать на подольше. Можно просто, вот смотрите, если мы же являемся туристическим агентством, если вы бронируете у нас данный отель, мы можем для вас напрямую забронировать индивидуальный трансфер, который Mercedes вас заберет с аэропорта, и, пожалуйста, через 1,5-2 максимум часа вы будете уже здесь, в отеле, в комфорте, с кондиционером, с Wi-Fi, с водичкой и так далее. Вот, то есть... Вот решили проблему. Да, в принципе, проблема решена. То есть, напоминаю, мы являемся полноценным туристическим агентством, мы бронируем туры из всех городов вылета, да, во все страны. Если вас заинтересовал данный отель, можете оставить свою заявку у нас на сайте Турагент63, мы с удовольствием вам поможем. Ну, а если вам данное видео для вас было полезным и интересным, то не забудьте поддержать нас своим лайком, да. Задавайте вопросы в комментариях, обязательно постараемся ответить на них.
И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.